Здравствуйте. В эфире программа «Городская среда». Проблема автомобильных пробок на дорожных артериях молдавской столицы как никогда актуальна. С каждым годом автомобилей на дорогах города становится все больше и больше. При этом и к самим дорогам претензий много. Плохое качество, неудобные автомобильные развязки, обилие светофоров, отсутствие там, где это необходимо, подземных переходов и объездных дорог для грузовых фур. Проблема пробок на дорогах требует решения. Чем скорее, тем лучше. Как для отдельного человека, чье время тратится впустую, так и для экономики страны в целом. Об этом поговорим сегодня с муниципальным советником от партии социалистов Республики Молдова Виталием Муканом и главным инженером отдела генплана Института Кишинево-проект Александром Барковским. Здравствуйте. Ну начну вот с чего. 25 октября прошли публичные слушания. Как раз по вот этой теме, теме пробок в нашей столице. Я хотел вот что сказать. Привлечение к решению проблемы заинтересованных лиц, ну, имеется в виду нас, жителей города, тех, кто готов внести свой вклад в решение этой проблемы, это, конечно, здорово. Ведь мы все, кто сейчас, вот, думаю, тем или иным образом вовлечены в этот процесс, являются жителями Кишинева. Они знают, как это, в принципе, сколько это отнимает времени, нервов у нас. И, конечно, вовлечение широкого круга бесспорно может принести свой эффект. Вот, но для начала я предлагаю обозначить, какие именно причины служат, э, ну вот появлению вот таких заторов на наших кишиневских магистралях. Что ст становится главным э, в появлении вот этих пробок, э, заторов на кишиневских артериях? Ну, вот, ну, ваше я... видение, Виталий. Давайте. Ну, во-первых, да, действительно, 25 числа мы организовали эти публичные слушания. То есть э, первым и основной задачей этих слушаний это было привлечение внимания к, проблемы, к этой проблеме. Это огромная проблема для Кишинева. И помимо гражданского общества мы пригласили, постарались пригласить именно специалистов. И мы попытались рассмотреть э, этот вопрос с разных сторон. То есть и со стороны архитектуры, и со стороны института Кишинев проект, и со стороны полиции МВД, именно инспектората патрулирования. То есть мы попытались обсудить этот э, вопрос, эту проблему с разных сторон, для того, чтобы привлечь внимание и наметить какие-то пути ее решения. И основные по, нашей, по нашему мнению основная проблема, почему все-таки мы пришли к тому, что на сегодняшний день весь город стоит, это последние 10 лет не по одному из направлений не делалось то, что необходимо, не предпринимались необходимые меры. Это начиная от э, общественного транспорта, заканчивая развязками, строительством новых дорог, либо э, вот этой без э, застройкой домов многоэтажных там где это то есть вот эти все проблемы они накопившись и они сегодня как снежный ком и какого-то решения на сегодняшний день что вот взять поменять переключить выключатель и все решится этого не будет и поэтому мы как бы и решили начинать сегодня делать первые шаги для того чтобы эту ситуацию как-то Александр ваше видение, почему наш наш небольшой в общем-то по любым наверное меркам наш город сегодня вот, оказался в плену автомобильных пробок в утреннее вечернее время в принципе в дневное время часто мы видим заторы ну, здесь как бы, это естественный процесс, который происходит во многих городах, ну, аналогичных Кишиневу, или там меньше, или больше. Вот. Но в этих городах в основном решаются вопросы, они, ну, скажем, планово. То есть уже специалисты в области градостроительства, планирования Транспорта. Они э, разрабатывают соответствующую э, документацию, которая э, со, ну, на уровне э, принятия решений принимается решение. И далее строго э, в соответствии с этими разработанными планами, концепциями, стратегиями. Там э, это основная документация, э, уже реализуется. Э, в 70-е годы э, в Великобритании проходили конгрессы транспортников, которые освещали проблемы именно с развитием общественного транспорта и легкового транспорта в городах. Что касается того периода, то Советский Союз не сталкивался с такими проблемами, потому что экономика была плановая, и это сдерживалось уже именно самим, самой идеологией государства. Но уже в 90-е годы мы получили то, что получили. То есть вот этот вот обвал, именно та, мы получили ту проблему, которая была еще в 70-е годы именно в тех странах на Западе. Люди пересели на частные автомобили. Да, они и при этом массово они... пересели. Легковые автомобили стали доступны. И вот этот вот, ну, скажем, хлам который европейцы Заполнил избавлялись улицы, да. от него они э, как бы этот хлам переместился сюда в основном в кишине ну, ну, так было задумано да. но ну, мы не об этом будем говорить мы будем говорить о том что смотрите я понимаю что в связи с этим ушли деньги и системы общественного транспорта потому что люди перестали ездить пользоваться общественным транспортом сели на вот этот вот поддержанный автопарк Заполнили улицы, и в... вот Кишинев узнал, что такое автомобильные пробки, уже где-то, наверное, в середине 90-х да. практически. Но вот на вот этих слушаниях, о которых мы с вами говорим, была попытка, ну, не знаю, сформировать какую-то стратегию выхода из ситуации? Вот. А, да, на слушаниях там было выступление первое, это главного архитектора муниципии, господина Борозан, который э, сформулировал э, ну, свою позицию, позицию, э, которая э, была уже продиктована э, вот этим ходом э, самой ситуации. Самой ситуации оказался, да. наш город. Э, ну, он представил э, ну, скажем, документы, которые э, как бы должны лечь в основу э, разработки новой э, концепции развития транспортной инфраструктуры на длительный период. Ну, в принципе это то о чем я говорил, что мы должны иметь какой-то внятную стратегию, внятный план ну, и для того чтобы можно было уже на основании вот этой стратегии или там концепции неважно как назвать, могли сейчас предпринимать те шаги, которые бы могли послужить именно тем механизмом, которые бы сняли, Частично, вот в начале вот эти проблемы, которые, с которыми мы столкнулись. Причины до возникновения пробок. Я да, я потому что если говорить о том, что сейчас происходит, то ряд работ, которые выполняются, допустим, по капитальному ремонту основных магистралей, там при проектировании и при реализации вносятся такие элементы, которые чужды самой идеологии и самой э, э, системе вот этого э, развития магистрального транспорта, потому что если мы э, должны э, развивать общественный транспорт, это не для того, чтобы его развивать, а для того, чтобы осуществлять те, э, тот запрос населения, который Понятно. Облегчить кишиневцам да, доставку да. самих себя, вот с, допустим, да. в утреннее время из дому на рабочие места, в выходные дни к местам отдыха, паркам и, и так далее. Это понятно. И я что хотел добавить, именно по общественному транспорту, почему во всем мире, и мы, я считаю, что тоже должны и по этому пути, мы именно основной акцент должны ставить на общественном транспорте, на качественном общественном транспорте. Почему мы особое внимание уделяли автобусному парку, именно развитию автобусного парка, потому что троллейбусный парк кое-как там какие-то шаги были сделаны для развития троллейбусного транспорта в Кишиневе, но без автобусного парка, без автобусного парка развитие общественного транспорта нормального, это невозможно. И сразу, изначально, когда э мы выделяли деньги, когда вот был э обозначен э тендер на закупку новых автобусов, мы э были того мнения, то есть мы посоветовали, мы стояли на той позиции, что это должен быть качественный. Поэтому они должны снабжаться сразу кондиционерами, это должны быть удобные автобусы. И так же самое мы настаиваем на том, чтобы и троллейбусы снабжались кондиционерами. Для чего все это делается? Для чего общественный Одна из первостепеннейших задач это именно качественный общественный транспорт. Для того, чтобы привлечь человека э, из личного автомобиля пересесть в общественный да, транспорт. Убедите его, что убедить это удобнее, его, гораздо, то есть да. это то, что это удобнее, то что это качественные э, услуги, которые будут предоставляться, они будут качественные, и человек будет комфортно чувствовать себя. Извините, пожалуйста, если человек выходит в костюме и садится в нашу маршрутку сегодняшнюю, то понятно, что он завтра не сядет, он лучше постоит лишние полчаса в пробке или 40 минут, и с кондиционером Автомобили, в личном да. Авто, да, и, доедет в и, и, и доедет не в, в костюме остатках. нормально, да, они а в его остатке. И поэтому основная задача это сейчас первый шаг это именно развитие этого общественного транспорта. Но получается, эта концепция предусматривает исключительно только вот решение проблемы заторов на кишиневских улицах посредством развития общественного транспорта или предусматривает еще что-либо? Естественно, это один из элементов, который необходимо развивать, но одновременно с этим необходимо создать такую систему, систему, ну скажем, если ну, интермодальных перевозок. Вот эти вот интермодальные перевозки, это, если расшифровать так немножко, как бы перевозки в данном случае пассажиров с использованием не менее двух видов транспорта. Это один из, одно из необходимых условий управления из единого центра и единая тарификация. Но для того, чтобы у нас вот эта вот система работала, надо на уровне вот этом концептуальном ее принять и при этом условии уже можно будет развивать вот эти вот все элементы, ну, включая развитие общественного транспорта, ну, приобретая там подвижной состав, который бы отвечал современным требованиям. Дополнительно хотелось бы сказать следующее, что это не только, скажем, главное развитие общественного транспорта, но в данном случае еще и развитие вот этой вот уличной дорожной сети, то есть не только магистрали, но и остальных улиц, где движется уже легковой частный транспорт, но именно с таким условием, чтобы... Вот этот личный легковой транспорт, он был на второй позиции по сравнению с общественным и вызывал дополнительный такой элемент, назовем это неудобство для владельца личного автомобиля. В разных странах вопросы решаются по-разному. Мы, ну, наверное, не будем сейчас заострять на этом внимание, потому что это требует, скажем, дополнительного очень большого времени для того, чтобы раскрыть эти вопросы. Но, тем не менее, знаете, на хороших примерах хочется. Ну, есть хорошие если... примеры в других странах, когда с использованием нескольких видов транспорта, с использованием электронной системы оплаты, когда не надо каждый раз бегать за каким-то новым талончиком, который позволяет, а у тебя есть карточка, и ты передвигаешься за... Из автобусов троллейбуса, из троллейбуса в метро. То есть хотелось бы, чтобы такой уровень комфорта дошел до Кишинева. То есть, чтобы было понятно, в первую очередь, телезрителям, что такое э, концепция развития транспорта, концепция развития транспортной инфраструктуры, это не только закупка троллейбусов, как вот наш э, градоначальник, который… Ограничился все. только этим. Да, то есть, закупили троллейбусы и, и посчитали, да. что все, вопрос Будьте будет счастливы. решен. То есть, это очень комплексный э, вопрос, и именно э, комплексный подход должен быть к этому вопросу, это включает в себя множество… Э, мелких каких-то э Отделе, отделов, которые э, необходимо, чтобы они все в комплексе работали как единый механизм. И вот, как коллега э, сказал, что отметил, что именно вот и центральное э, управление, то есть э, пункт управления центральным общественным транспортом, дорожным движением, то есть, в который бы входили светофоры, э, так же э, именно пункт управления общественным транспортом, чтобы э, было, по, э, было понятно, что через Через три минуты и соблюдалось, там через расписание. соблюдалось расписание. Для этого электронное этикетирование. То есть те... Те предложения, которые мы вносим даже в муниципальном совете по электронному этикетированию и по концепции, сейчас поднимаем вопрос, это, это все в комплексе должно именно сдвинуть с мертвой точки и привести именно к, к результату. Потому что если мы будем закупим сегодня 100 автобусов, это не решит транспортную проблему. Не пересядут все, э, все автовладельцы резко на общественный транспорт. Это э, комплексная проблема, которую надо решать то есть, постепенно. Вот у меня такой вопрос, а не поздно ли мы спохватились? Потому что, вот как отметил Александр, э, реконструкция, допустим, вот центральных артерий э, Кишинева проводились без учета того, что планируется у нас вообще с общественным транспортом. Вот смотрите, я понимаю, что мы много говорим о необходимости выделенной линии для троллейбусов и автобусов, чтобы они строго, и вот только они могли передвигаться. Сегодня это невозможно по причине того, что есть какие-то парковки на тротуарах, которые позволяют останавливаться частному транспорту и который, в общем-то, создает заторы для движения общественного транспорта, в свою очередь. И тем самым уже изначально мы в реконструкции, допустим, главного бульвара столицы уже заложили проблему, которую надо будет каким-то образом решать. Ведь, например, для того, чтобы по расписанию двигался общественный транспорт. Нужно убрать ненужные парковки с центра, то есть ограничить движение общественного транспорта в центральной части города. И для этого оно, наверное, должно было продумываться много раньше. Вот не поздно ли сейчас мы кишиневцы спохватились с необходимостью этой концепции и удастся ли ее потом внедрить? Вот. Я думаю, что не поздно. У нас просто включается фактор времени года четыре назад я пытался предыдущий состав муниципального совета был и на, на двух комиссиях по транспорту и по градостроительству докладывал наше видение включая кстати и Штефан Челмари как раз еще не начали капитальный ремонт этой магистрали. Уже задумывали они тогда, как они вот. будут деньги там. Да, и я, когда представлял вот этот, то в общем-то, скажем, нашло понимание, понимание нашло, но решение не было принято по причине, как было сказано противоречия генеральному плану, утвержденному в 2007 году. А вот они действовали исключительно они, по генеральному плану? По генеральному плану, да, строго, да. Но э, здесь как раз момент такой, что э, именно в нашей работе была показана эта недопустимость устройства вот этих вот парковок э, на магистральных улицах, вдоль проезжей части, на тротуарах и э, обязательное устройство. Это отдельных выделенных полос для общественного транспорта. Но как бы пошло в разрез с генеральной линией, которая проводилась. Поэтому Помните, не нашло наверное, поддержки. Фильм Мультипликационный фильм советский про Простоквашина. И там есть такой персонаж, Почтальон. Печкин, да. да? Так вот, помните его фразу? Ну почему я такой был, в общем-то, недобрый злой? У меня не было велосипеда. Ведь это психология человеческая. Но ну, нет человека велосипеда, думает, зачем он мне нужен? Смотрит как-то там, наблюдает за, за другими людьми, ездит, ездит. Но как его посадили на велосипед, и он сразу понимает, как это необходимо. Он становится здоровее, он становится мобильнее, он, э, так сказать, управляет своим временем, процессом передвижения, и он уже без этого велосипеда жить не может. Мне кажется, что если бы достаточно было бы сделать хотя бы один троллейбус в городе, который бы был бы оснащен кондиционером, необходимыми там какими-то коммуникациями для, для любителей современных гаджетов, и чтобы вовремя ходил по расписанию, мне кажется, кишиневцы бы штурмом брали бы мэрию, добиваясь, чтобы таких маршрутов было не один, а там... Не не 20, а больше. Потому что они понимали, как экономится время, экономится здоровье, экономится и, и, и сколько уважения к тебе самому проявляет город, чиновники, когда предоставляют тебе такую услугу. А сегодня этого нет. И вот это, мне кажется, самое главное, что надо победить. Здесь вот как раз очень хорошая идея, если действительно запустить один из маршрутов, именно такой. А про слово «показательный»? Ну да, скажем, ну, как эталон, к которому должны стремиться. Который, маршрут, который снабжен системой GPS, каждый троллейбус, расставить вот эти вот информационные табло ну, с антивандальным таким, защитой. Да, я понимаю, что да. Это. Вот. Хотя, чтобы прожили подольше, не только да, как наши не... остановки, и э, вот э, чтобы люди почувствовали, увидели, что это такое. То есть э, пришел доступная информация через э, там две минуты такой-то маршрут подходит в соответствии с и расписанием. Он действительно подходит. И он действительно подходит, э, как э, в Германии, если допустим это в какое-то время указано, значит в это время и строго будет э, тот вид транспорта, который Указа. И э, было бы, конечно, очень хорошо. И э, я думаю, э, это вполне возможно. И когда вот э, те муниципальные советники, ну, скажем, пользуясь этой отговоркой э, не несоответствия генеральному плану, э, сказали, э, что а что будет, если? Я говорю, а что будет, это ничего не произойдет. Мы просто отстанем еще на дополнительные несколько лет. Потому что сейчас мы отстаем там где-то лет на 30-35 то ну, будем на 40 отставать. Это ничего хорошего. В этом нет. Но это не катастрофа пока. Потому что у нас, помимо всего прочего, для того, чтобы вот эта система работала, именно функционировала, мы должны зарезервировать определенные территории для того, чтобы организовать... Ну даже, допустим, перехватывающие парковки, которые бы позволили э, гостям города оставить свой автомобиль на этой парковке и пересесть на общественный транспорт. Стать инвесторами опять же транспортного бюджета. Да. То есть в малых суммах, но все-таки. Я что хотел добавить? Самое обидное, что велосипед не надо изобретать, уже изобрели, и уже э, мировые столицы давно э, развиваются, согласно каким-то, согласно вот то, о, о чем мы говорим сегодня. Можно взять сегодня, готовую модель то о чем мы говорим сегодня ну, готовую модель не совсем не, получится. не получится надо адаптировать да но в любом всем. случае какие-то элементы из каждой модели мы можем э, взять перенять и внедрить у нас и которые будут работать потому что мы почему говорим о едином центре управления общественным транспортом, едином центре управления дорожного движения э, электронное этикетирование не, не столько это проблема электрон, э, в чем плюс электронного этикетирования не столько проблема что там деньги более прозрачно да это плюс но огромнейший плюс в том что э, пассажиропотоки будет понятно во-первых в какое можно время его, в как, в можно, да, можно менять именно э, мало того что можно менять интервал между э, именно в транспортном расписании ежечасно, либо смотреть, какие пассажиропотоки. Исходя из этого, можно изменять интервал между автобусами или между единицами транспорта. Но можно еще и маршруты менять. Согласно, например, если человек, если пассажиропоток каждый день едет из точки А в точку Б, потом пересаживается в точке Б на другой вид транспорта и едет в точку С, то можно изменить, и будет транспорт, один маршрут с точки А через точку Б в точку С. Либо, может быть, он наоборот будет по-другому ехать, потому что будет видно, где пассажиры садятся, где выходят. То есть, это в век информационных технологий. На сегодняшний день технологии позволяют уже очень много. И мы то, что этим не пользуемся, то, что это не внедряем, и то, что мы чего-то ждем. Мы э, на сегодняшний день э, отстаем в развитии на 35 лет, но с каждым годом мы отстаем еще на пять лет. То есть время отставания намного быстрее бежит, чем э, то, что мы не делаем. И поэтому мы э, и говорим, что сегодня срочно надо начинать, не надо начинать, а надо уже семимильными шагами идти к, к, к развитию. Потому что, например, в Москве... Очень многое из того, что в европейских столицах, там лучшие мировые опыты уже внедряются в Москве, и мы видим, что там ситуация изменилась. Там э, общественный транспорт навели порядок немножко. Мы, кстати, когда участвовали в, в московском урбанистическом форуме, там очень э, новые, то есть новые идеи уже внедряются и уже работают. Там общественный транспорты навели порядок, там сделали эту тройку, что именно вот то, что вы говорили по единому тарифу, единому интермодальное, да, интермодальное. Там три вида транспорта, это, там больше, там э, маршрутки, трамваи, э, автобусы, троллейбусы, то есть там все и виды плюс транспорта. Еще и, метро. и плюс метро. И там они по, под единой маркой по по единому билету, то есть это все уже там работает. И, и еще раз говорю, мы сегодня должны очень быстро это все внедрять э, у нас, ну под наши, конечно, реалии и под наши это, но этим, этим путем надо двигаться. Я понимаю, почему есть определенное сопротивление вот реализации этой принятия этой стратегии для того, чтобы ее дальше реализовать. Я понимаю, потому что мы видим, мы с вами свидетели того, как наша Город практически сегодня безостановочно грабит. Грабит территории, уничтожаются парки и скверы в том виде, как они так сказать, закладывались, зарождались сегодня очень сильно. Претерпели они достаточно большие изменения. И я понимаю, что и жизнь поменялась. Ведь наш город, то, что сегодня вот, либеральная власть творит с Кишнем, она практически выкачивает из него те соки. И ту жизнь, которая была здесь заложена еще в советские годы, когда строились вот эти проспекты, которые сегодня пока еще визитная карточка Кишинева, там проспект дача, проспект мира, такие районы, как Крышканов, Качеканы, создавались. Это сейчас из него выжимаются соки, вот эти пространства междомовые, все это застраивается так сказать, коммерческим, жилым многоэтажным строительством. И, возможно, придется, в случае принятия, я надеюсь, произойдет принятие этой стратегии, ведь придется, наверное, столкнуться с таким фактом, что трудно развить, ну, ведь наверняка будете говорить и о том, что необходимо заняться такой дорожной составляющей, нужны будут новые дороги, новые развязки, и мы будем упираться в те дома, которые, или в те объекты, которые были построены вот при в нынешней власти, в достаточно таком хаотичном режиме и вот здесь как быть москва себя могла позволить посносили там вокруг станции метро все что можно было снести убрали торговые центры я понимаю что это Кому-то стоило определенных э, денег, потерь и так далее, но город пошел на это, москвичи от этого стали, ну только вздохнули с облегчением. В Кишиневе, я надеюсь, подарок когда-то произойдет. Но вот готовы ли э, вот, реализация этой стратегии включить в себя и такие параметры? Продумывали ли эти моменты? Ну, если э, говорить э, допустим, на частоту, на чистоту то э, я представляю себе э, при э, разработке э, вот этой э, концепции, э, конечно, э, необходимо учесть э, то, что произошло за последние годы, э, и э, что-то оставить, а что-то поставить вопрос о действительно сносе. Это и, должно быть такое государственная воля. Э, когда... Да, здесь должна быть именно, ну, скажем, воля, но вот чья это уже трудно сказать, потому что у нас получается, когда для каких-то целей требуется, то моментально могут снести вот, там, двух- или трехэтажные здания, на Рыжкановке снесли Не около дворца профсоюзов, вроде бы с соблюдением всех процедур судебных и прочих. Но это произошло очень быстро. А да. когда касается каких-то ну, вопросов, связанных с ну, назовем это общественные интересы, то здесь такие процессы длятся годами, и какого-то результата не видно. Разные варианты, ну, доводы, почему невозможно это сразу сделать. Ну, один Но... из доводов мы слышали, это не отвечает требованиям генерального плана. Но э, насколько сегодня генеральный план отражает, три, э, отражает ситуацию реальную, насколько он отвечает сегодня требованиям развития э, главного города страны? Ну, если э, говорить о генеральном плане, то э, сам по себе генеральный план он, э, был разработан э, проектным институтом Ворбанк проект, который выиграл, э, выиграл тендер на проектирование. Ну и в принципе он как бы является продолжением. Э, тех генеральных планов, которые были э, ранее, по которым развивался Кишинев. Но, э, к сожалению, э, этот генеральный план, он, э, ну, скажем, не отражает э, те изменения, которые произошли. Э, без учета генерального плана. Э, и, и без учета генерального плана. И плюс к этому еще э, поменялась э, сама по себе э, идеология государства. То, что было... Э, в социалистический период, то... В... Наличие того обилия предприятий жили... и необходимости жилого да, фонда, здесь и по... все это надо было как-то связать, районирование. Получилось, что, ну, если говорить о э, транспорте, э, он э, как э, э, был в генеральном плане предыдущим, то есть как бы приоритет э, отдавался именно легковой, ну, назовем это легковой транспорт. Э, и развитие уличной дорожной сети именно под эти... Э, параметры, то то, что происходит уже в ну, практически во всех европейских странах, это разворот, то в принципе о чем мы говорим, это идеология на первом месте, это доминирование общественного транспорта, ну скажем первый это пешеход, а вот так, да, первый пешеход, а далее уже идет по э, э, нисходящей, то есть общественный транспорт. Ну, здесь многие страны пошли по пути, еще после пешехода идет велосипед. Кстати, Я сам них... наблюдал картину, когда вот в центре Страсбурга шел по, как о том оказалось, это была линия или там полоса движения велосипедистов, и на меня несся человек на велосипеде с таким увеличивающимся страхом на лице, потому что он не понимал, он не снижал скорость, но на его пути вот все ближе и ближе, так сказать, Возникло, возникал гам, препятствие, <св> он не понимал, как этот человек, почему он на моей полосе, вот эта штука для велосипедистов. Я читаю этот страх, вспоминаю, значит, географически где я нахожусь, понимание того, что это сказать, чуть то не в сердце Европы, и вот успел из-под колес. Но я до последней секунды наблюдал, что он не снижал скорость. Он понимал, что я здесь главный. Ну, после пешехода, возможно. Но пешеход нарушил э, правила. Он заступил на велосипедную дорожку. Вот, ну, говорить о том, что Кишинев не заботится о пешеходах, мне кажется, неправильно. Смотрите, у нас есть шикарная пешеходная улица. Жасно. В никуда, но все-таки улица. Так если бы просто в никуда. Но дело в том, что, скажем, покрытие вот э, этой пешеходной улицы. Вот для тех, кто хочет, наверное, так сказать, обтесать подошву. Э, ну, кстати, да, это возможно. Но, э, допустим, для, э, ну, для пожилых людей, да и для молодежи тоже, это же угроза для здоровья. Потому что на... Э, на каблуках там не пройдешь. Невозможно, там. да. И оно отталкивает, когда... Э, ну, я вот несколько раз пытался, одевал такую специальную обувь, но все равно это чувствуется... И нельзя это сказать, нельзя сказать, что это какой-то был лечебный массаж, потому что там я ощущал себя так как и будущим клиентом травматологии. Да, вот примерно так. Что я хотел еще да, добавить и, и отметить? К нашей стратегии. По поводу именно воли изменить, поэтому и меняется немножко и менталитет людей, и мировоззрение чиновников. То есть сейчас наблюдается именно больше государственное мышление. То есть в, и мы видим то, что муниципальный совет сейчас принял и этот регламент по тем же киоскам, по тем же этой торговли да, в центральной части то есть мы видим изменения к лучшему и мы видим что именно и люди с, с пониманием к этому относятся Я считаю что в очень скором времени мы придем к тому, через что прошла москва недавно то есть мы взять например ханчерское шоссе, мы видим, что там строят какие-то ларьки, какие-то рынки, какие-то. Но это стратегически важный участок, потому что это должна дорога расширяться, и это должно соединяться с телецентром, и это должно. То есть кроме тех стратегических документов, которые да, мы должны принять там, по общественному транспорту, но мы также само должны и развивать и инфраструктуру. Это те же самые развязки, это те же самые многоуровневые развязки, у табачки, расширение дорог. Мы без этого мы опять же не сможем. Почему я и сказал, что это очень комплексный документ. Вот, ну, вообще, это развитие, концепция развития, это все в комплексе. И если по отдельности брать какую-то часть, то мы Результаты не увидим мы должны четко понимать куда мы движемся почему мы сейчас заговорили именно о концепции чтобы определиться все-таки что мы отдаем приоритет именно в первую очередь пешеходу потом э, идет там велосипедист общественный транспорт и только на третьем месте э, личный транспорт до да, пропускная способность дорог пропускная способность путей сообщения должна быть высокая, но тогда мы создадим условия, что в центре нельзя парковать, либо дорого парковать. То есть людям, жителям и гостям столицы нужно дать альтернативу. А на сегодняшний день, почему мы насчет принятия документов каких-то стратегических, и даже эта концепция, почему мы ее немножко пропускаем через разные фильтры, для того, чтобы не наломать дров. Мы видели, уже была принята стратегия по парковкам. К чему это пришло? Что любые стратегии, которые принимались за последние 10 лет, были направлены исключительно на выкачивание денег из людей. Не привела бы эта стратегия по парковкам ни к чему. Только бы обогащение. Мы уже опускаем то, что там они 26% это фирмы офшорные, которые ложили бы в карман. Но сама по себе вот эта стратегия парковок, она не приводила ни к чему. Это просто выкачивание денег. Потому что запрещая людям парковаться в центре, мы не даем никакой альтернативы. И автоматически мы просто залезаем людям в карман. Людям нужно, необходимо дать общественный транспорт. Нужно, видите, как по Штефану сейчас сделали эти велосипедные дорожки. Ну что там, можно ездить на велосипеде, если там припаркованные Да, галочки абсолютно это, сделаны. Это вообще вы... ни о чем. То есть да, нужно дать альтернативу для э, велосипедного транспорта. И опять же, там есть много минусов. Но в любом случае нужно дать э, альтернативу велосипедным дорожкам, нужно дать альтернативу общественному транспорту. Необходимо э, дать, опять же, вот эти перехватывающие парковки в пригородах, э, в пригородах э, на окраинах города, откуда люди могут... Э, приезжать в центр на на качественном общественном транспорте. И когда человеку даешь альтернативу, тогда уже можно что-то что-то менять и что-то вот направлять на правильно. Если я правильно понял, уже были, так сказать, заложены ситуации, так сказать, то, что вы называете фильтр. То есть были приглашены к, к этой беседе, представители инспектората полиции, общественники, профильные какие-то организации, специализирующиеся на строительных проектах. Вот. Были высказаны какие-то пожелания? Были ли люди готовы к этому обсуждению? Удалось ли что-то уже принять как руководство к действию? По созданию концепции. Ну, по, значит, есть что такое сейчас на данном этапе, что мы имеем. Мы имеем архитектуру, то есть рабочая группа создала тех задания, техническое задание на разработку концепции они прошли какие-то процедуры, мы, то есть эти публичные слушания не были по этому техзаданию. Это техзадание было как одно из частей. Это был, мы считаем, что эта концепция ⁇ это фундамент всего дальнейшего развития. Но эти публичные слушания были просто привлечение внимания к этой проблеме, и то есть определиться, какие шаги мы должны делать. И следующий шаг, мы все-таки определили, что пройдут именно публичные слушания касательно именно этого техзадания, чтобы, но на эти публичные слушания мы постараемся, чтобы максимально все-таки участвовали специалисты из разных, из разных сфер, для того, чтобы по итогам можно было сказать, да, этот документ он уже есть какие-то вот предложения. Эти предложения нельзя внедрять, а вот эти предложения, да, можно еще что-то изменить на финальном уровне. И тогда пускать дальше на утверждение муниципального совета. То есть мы видим сейчас в два этапа. Первый этап это все-таки публичные слушания э, окончательные, и до конца декабря мы рассчитываем, что будет представлен этот проект на муниципальный совет на утверждение. Александр, вот вопрос вам как к инженеру, человеку, которому знакомы с генеральным планом и с тем, как должно развивать город. Вот что, на ваш взгляд, необходимо прежде всего включить в эту концепцию? Ну, помимо того, что вы уже сказали, вот интермодальное управление общественным транспортом, использование двух, как минимум, Я видов понимаю. транспорта, что еще необходимо развить вот эту концепцию для того, чтобы не пришлось спустя какое-то время снова пересматривать? ее, чтобы, может быть, по возможности убрать э, те или иные подводные камни, которые в процессе э, реализации этой концепции могут возникнуть. Вот что бы, на ваш взгляд, взгляд специалиста нужно обязательно внести в эту концепцию. Ну, я бы э, сказал бы по-другому немножко, на что в первую очередь необходимо обратить внимание при разработке концепции и, кстати, при утверждении задания на разработку самое важное в настоящий момент это проведение комплексных обследований связанных с этой ну, подвижностью населения То с... есть логистика движения вот, миграция а... от, да людей это определить уже ну скажем с достаточной степенью достоверности вот эту подвижность корреспонденции определите запрос, это все обследование. И сейчас, например, некоторые выступают из специалистов и, допустим, дают предложение, например, вот нам надо состав потока транспорта распределить по следующей пропорции. Общественный транспорт 30%, индивидуальный транспорт 30% грузовой там еще сколько-то процентов там почему-то пешеходы еще тоже присутствуют да, на основании чего такое решение? вот э, на основании того что э, ну скажем проходили э, обсуждения э, с иностранными специалистами вот в субботу было прошедшую субботу архитектор-урбанист из Швеции был э, насколько я знаю он выступал э, с докладом в здании Министерства транспорта. А в субботу уже встреча была, меня пригласили это, в Примарее, ну, в узком кругу специалистов, в общем-то это проходило. И он предложил именно такое э, ну, деление транспортного потока, чтобы мы следовали именно этому. Если говорить о этом архитекторе, то он где-то с 70-х годов занимается проблемами Кишинева, но несколько другого плана, не связанные с транспортом, а это история, там именно связана история культуры, градостроительства. Вот это. И он заявил, что я не специалист в этой области, но я думаю вот так. И, ну, и решились как, на него сослаться. И, да, и вот на него сослать. Да. Поэтому э, для того, чтобы не брать э, ну, как бы с потолка какие-то цифры, эти цифры надо получить. Вот действительно получить. Это получается определить запрос ну, и потом уже дать предложение. Целая организация или целый институт. Э, того, да, чтобы поэтому. Э, потому что понимаете, вот сама по себе концепция, э, когда ну, я тоже входил в эту группу, которая была создана для как бы, ну, подготовки там, документов, и там специалисты в разных областях, вот о чем я и говорил, практически все направления были представлены специалистами. И вот здесь, как раз, вот эта часть, я сказал, что мы должны опираться именно на достоверные сведения, и эти достоверные сведения мы должны получить. Их практически нет, потому что те, ну, скажем, данные, которые имеются и на основании которых ну, проектировали тот же генеральный план, это, ну, скажем, информация, которая была получена путем проведения каких-то выборочных обследований. Информация, которая была получена из тех источников, которые ну, имеются в наличии, это где-то в 1975-1976 году проводилось комплексное обследование интенсивности движения транспорта в Кишиневе. Но это интенсивность движения, а что касается уже корреспонденции, запроса на вот эти вот корреспонденции, именно характер передвижений, временные факторы, когда и кто. Это не было сделано и не делалось. Ну, скажем так, по разным причинам. Поэтому, когда составлялось вот это задание, это было включено, и поэтому большая часть той суммы предполагаемой, которая должна быть направлена на оплату этого проекта, она связана и с проведением этих обследований. Тут еще есть такой момент, что высказывается мнение, а давайте мы пригласим э, э, специалистов из-за рубежа или вообще э, дадим заказ какой-то зарубежной э, компании, которая это сделает. <coughs> да, я говорю, да, Здесь действительно. У нас уже специалистов нет, нет э, не по этому профилю. Э, э, ну, скажем так, дело, не дело, не, дело, не. дело, в общем-то, не в специалистах, э, вообще-то, а э, сам по себе э, подход к этому. То есть, э, специалисты э, это специалисты. Зарубежные, они не знают специфику, и, допустим, сколько там, три года назад, по-моему, немецкие специалисты разработали стратегию развития общественного транспорта. Есть такой документ, это несколько томов, очень такой тщательной работы, ну, тщательно выполненной работы с немецким педантизмом. И ну, они сделали это без учета, ну, скажем, нашей специфики. И э, то, что можно использовать из этого, практически из этого документа, это то, что э, у них есть такое предложение, это ввести э, полосы для общественного транспорта. И они дают очередность, то, как, когда Ладно. это надо сделать. Я хочу сказать, что, к сожалению, наш разговор не завершен, потому что время э, скоротечно, а тема, которую мы с вами затронули, гораздо больше отведенного нам с вами времени. Я поэтому с удовольствием вас приглашаю на следующие эфиры нашей программы, чтобы мы продолжили эту тему. Э, да, пять секунд, да, я почему. То есть, чтобы было понятно в первую очередь телезрителям. Есть пути решения, есть э, люди, есть специалисты, которые знают и понимают, как можно изменить эту ситуацию в городе к лучшему. Но при существующем режиме в Примарии, при существующем Примарии, мое мнение, что это невозможно сделать. Поэтому 19 числа, пользуясь случаем, 19 числа приглашаю всех на референдум, чтобы высказать свою позицию по ситуации в городе и дать возможность городу развиваться. Спасибо вам за эту встречу, за разговор. Я надеюсь, кишиневцам тоже как-то стало немного, мне кажется, ну хотя бы подарили им надежду на то, что есть люди, есть возможности и нужно их реализовать, нужно сделать нашу жизнь ну, более комфортный, чтобы она соответствовала тому уровню, который заявлен у нас по статусу столица государства. А живем, в общем-то, как в пригороде. Вы смотрели программу Городская среда. У нас в гостях был муниципальный советник от партии социалистов Виталий Мукан и инженер отдела генерального плана Института кишиного проекта Александр Барковский. Следите за эфирами, будет интересно. Всего доброго.